Приветствую вас, уважаемые друзья и особенно любители настольных карточных игр. Давно не было на канале распаковки бустеров. И сегодня решил снять видео, распаковать два бустера «Завет древних». И бонус будет простой бустер «Голос Лаара». Будем искать интересные фойловые карты. Желательно, чтобы они были редкими, ультраредкими. Начнем сразу. Попал нам Безликий, карточка редкая, болото, герой-маг. Красивая фойловая карта, отлично. И о радость, друзья, ужасный эксперимент. И в пробустере вторая фойловая карта. И опять же редкая. Приятно, когда в бустерах третья фойловая карта. Это вообще супер. И опять редкая. Часовые кронга. Четвертая фойловая карта в бустере. Но это у меня впервые. Пятая. Осколок лавы. И опять редкая. Это просто супер бустер. Ребята, блин, я в шоке. Следопыт. Фойловая редкая карта. Файет. Похоже, в этом пробустере все карты фойловые. Реально я в шоке. Реально я в шоке, друзья. Техник сумрака. Супер редкая. Горы. Небесная всадница. Супер редкая. Друзья, сколько я занимаюсь берсергом, сколько играю. У меня, честно сказать, первый раз бустер полностью фойловых карт. Болото. Чаровница. Супер редкая. Большой Джо. Злоба Древ. И я в шоке. Ну, посмотрим теперь, что ждет нас в этом бустере, ребята. Но от первого бустера я, конечно, я не знаю, даже нет слов. Реально. Реально интересные, хорошие карты. Перевернем. Опа, фойловая. Дахут, болото. Ужасный эксперимент. Неужели этот бустер тоже с фойловыми картами? Салага Лихолесья, болото. Авиал. Да. Сковавший магию. Редкая. Душитель. Красивые карты. А что это за значок? Не написано берсерк. Техник сумрака. Изобретатель братства. Неистовый страж. Ну, друзья, чтобы не сказали, что это я специально подложил бустеры, я отрезал перед вами. Чаровница. Супер редкая карта болота. Атаман Лихолесья. Дико. У меня впервые, ребята, такое. Два пробустера. И они полностью с фойловыми картами. Здесь есть надпись «Берсерк».
А есть вот с таким значком. Серия «Завет древних». Сет. Круто. Ну и теперь вскрываем третий бустер. Вот здесь нам, конечно же, ждать целого бустера фойловых карт не стоит. Ну, одна или две должны попасться. Хотя навряд ли. Зевтар пустоши. Степи. Серый кардинал. Финадири. Десперо. Эфигея. Буканер. Содор один. И вот такая вот карта. Моровый дракон. Мультистихийная. Сейчас посмотрим, может, что-то интересное про уровень. Про уровень. Интересно, друзья. Не знаю, кто знает, напишите. Напишите, пожалуйста, что это за пробустеры, в которых все карты фойловые. Причем мне попалось два таких пробустера. На этом, друзья, большое спасибо. Всех благ вам и вашим близким, друзья.